Наталья Лобачева из Нефтегорского района считает, что победить коронавирус можно только всем вместе. К тому же трепетно относиться к своему здоровью ее обязывает работа. Наталья – социальный работник в селе Утевка. Сейчас в ее ведении 12 пенсионеров. Чтобы никого не подвергать опасности, решила вакцинироваться. Прививку я сделала в июле первую. Это 20 июля. Гамковид-вак. И вторая вакцинация у меня была в августе. Мы должны думать о своем здоровье, о здоровье своей семьи и о здоровье своих получателей социальных услуг, потому что они находятся у нас в зоне риска. Активно прививаются и получатели социальных услуг. Здесь же, в Утевке, живет 83-летняя Лидия Нестерова. За плечами 40 лет работы фельдшером. Поэтому пенсионерка ответственно заявляет, вакцинация – самая эффективная мера защиты от COVID-19. Я вот считаю, что вот эти вот 10 дней, которые дали правительство, дает нам бесплатную вакцинацию. Правительство заботится о нашем здоровье. В январе месяце я сделала первую вакцинацию. Чувствовали себя очень хорошо. Ни у одного не поднималась даже температура. А через полгода я сделала уже ревакцинацию. И даже вот в этом месяце сделала прививку против гриппа. Цифры по привитым сотрудникам сферы социального обслуживания и их подопечных внушительные. К примеру, в Центре социального обслуживания населения Южного округа региона вакцинировались уже 96% сотрудников и более 50% получателей социальных услуг. Ольга Хамракулова, «События».